Незаконно пойманный Хариус потянул на 100 тысяч рублей. Прокуратура Луганского района утверждено заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей села Акташ. Они обвиняются по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча рыбы на особо охраняемых природных территориях». По версии следствия, 3 мая 2015 года обвиняемые приехали к озеру Багаяш, расположенному на особо охраняемой природной территории Алтайский государственный природный биосферный заповедник, где незаконно выловили рыбу особи хариус в количестве 133 штук, причинив ущерб заповеднику в размере около 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Луганский районный суд для рассмотрения.